Всем привет! Меня зовут Георгий из Дигитарка, и сегодня у нас на распаковке и на первом обзоре совершенно новые модели Samsung S20. Первая модель, о которой я расскажу, это обычная S20 в таком интересном розовом цвете. Очевидно, она будет. Давайте откроем и посмотрим, что нас ждет внутри. Первое, что мы видим, конечно, сам телефон, повернутый к нам экраном. И очень интересный цвет, розовый, такой с отливом. Я думаю, что девочкам очень понравится. Так, давайте посмотрим, что же тут появилось у нас нового. Например, на нижней грани больше нету 3,5-миллиметрового разъема для наушников. И, по идее, наушники должны быть с USB Type-C. Сейчас мы это тоже можем посмотреть. Так. Вот они, наши наушники, AKG. И разъем Type-C. Также в коробке находится у нас быстрая зарядка, тоже с разъемом Type-C. Она у нас на 25 Вт. Так, к наушнику также идут сменные амбушоры, то есть разного размера, каждый может подобрать, какой ему подходит. Быстренько настроим телефон. Что касаемо габаритов, немножко больше, чем предыдущий S10, но разница совершенно не ощущается. Размер экрана был 6,1 дюйм, теперь 6,2 дюйма. Также из изменений кнопка громкости находится с правой стороны. Это было с левой стороны. Кому-то может быть неудобно, но думаю, что привыкание займет немного времени. На левой стороне теперь вообще нету никаких кнопок управления. На правой громкость и включение-выключение. Так, телефон готов к использованию. Так выглядит главный экран. И самая главная фишка нового экрана – это поддержка 120 Гц. То есть здесь можно переключить 60 Гц или 120. Если включен будет режим 120 Гц, то картинка будет более плавной. Давайте перейдем к самому главному, к камерам. Итак, камера 3, основная 64 мегапикселя. Раньше была 12. То есть качество камеры должно стать лучше. Также появился режим зума. Здесь он у нас трехкратный и 30-кратный максимальный гибридный зум. Это мы вам покажем чуть позже. Также камеры теперь могут записывать в разрешении 8К. Батарея в этом телефоне стала больше. Теперь это 4000 мАч. Память доступна 128 ГБ. И с помощью SD-карточки можно ее расширить настолько, насколько вам позволяет кошелек. Оперативная память телефона 8 Гигабайт. Это быстрая память от самой фирмы Samsung. Они славятся тем, что производят хорошую память. Помимо розового цвета будет еще доступен серый и светло-голубой в S20. S20 Plus будет доступен в сером и черном цвете, а S20 Ultra пока будет доступен в сером цвете. Давайте посмотрим на еще две модели, которые у нас сегодня представлены. Это S20 Plus. Она у нас в таком черном цвете. Пленочку мы тоже снимем. И третья модель S20 Ultra. То есть самая интересная, самая инновативная и самая большая модель в линейке S20. Так, как видно, отличаются у них размеры. Это еще раз повторим: 6,2 дюйма, 6,7 дюйма,
6,9 дюйма, почти 7 дюйма экран, то есть довольно большой экран, практически как планшет. И количество камер больше, сразу выделяется камера, на которой написано Space Zoom 100X, то есть это 100-кратный зум. Его нету ни в S20, ни в S20+, он только в ультра-версии. Давайте посмотрим, как же работают эти камеры. Так, ну что, давайте посмотрим, как эта камера работает в реальных условиях. Сейчас у нас S20 Ultra, который поддерживает 100-кратный зум. Самое интересное — испытать его в действии. Как вы видите, с погодой нам сегодня повезло. Настоящая зима. Смотрим, сейчас у нас ширик, то есть широкий объектив. Можно даже так показать. Так у нас выглядит основная камера. Ну и, конечно, самое интересное — приближение. Это 5-кратное приближение, 10-кратное, 30-крат и 100-кратное приближение. На самом деле очень клево, очень качественно. То есть можно использовать как телескоп. Также телефоны поддерживают обратную беспроводную зарядку. Могут заряжать другие телефоны. Могут заряжать часы, например, Samsung. Сейчас мы с вами это проверим. И зарядка пошла. Также можно зарядить, например, наушники от фирмы Samsung, те же самые. Да, тоже заряжаются. Либо от одного телефона зарядить другой телефон. Тоже все это можно сделать. И эти телефоны уже можно предварительно купить во всех представительствах и в интернет-магазине Telia, начиная от 899 евро.